Наша национальная сборная уверенно лидирует в турнирной таблице, обыграв в предыдущих 5 матчах команды США, Дании, Чехии, Франции и Японии. Следующие соперники россиян – кёрлеры из Швейцарии, сообщает «Эрспорт». Матчи чемпионата мира проходят в кёрлинговом центре «Ледяной куб» и на тренировочной арене «Айсберг». На протяжении всех соревновательных дней вход для зрителей бесплатный. Завершится турнир 25 апреля.